Всем привет, друзья! И сегодня вы узнаете путь к славе и интересные факты из жизни рэпера и ведущего шоу большого русского босса Янг Пимпа. Янг Пимп, я кинг, снял твою суку как Марк 3. Хочу порекомендовать вам канал Crash Showru, на котором проводятся краш-тесты различных предметов огромным гидравлическим прессом. Принимаются заявки на краш-тесты от подписчиков. Также здесь куча интересных опытов и экспериментов. Люди реально стараются, поэтому подписывайтесь, ссылка будет в описании, ну а мы начинаем. Настоящее имя Стас Конченков. На данный момент ему 25 лет. Родился в городе Самара. Уже с самого детства Стас полюбил музыку, а конкретно к рэпу он пришел в 11 лет, когда впервые услышал группу Mobb Deep, и тут понеслась. Он скупал все диски и впитывал в себя хип-хоп культуру. В дальнейшем увлекся тяжелой музыкой и долгое время был фаном Линкин Парка, ведь там рок вперемешку с рэпом. Но рок быстро наскучивает, и в 9 классе Стас начинает писать свой рэп. Кумиром для него являлась легендарная группа Mobb Deep. Запись проходила прямо дома у Стаса на палочку Genius. Сами понимаете, какого качества это были работы. Они записывались вместе с одноклассником, который в будущем назовет себя Богомолом. Помимо рэпа, Стас занимался граффити, и у него была целая команда, и в один прекрасный день на фестивале Урбания у Стаса происходит биф с командой Игоря. Одна из команд затоила другую, и у них получилась стрела, в ходе которой знакомятся Игорь и Стас, большой русский босс и молодой сутенер в будущем. Так как рэп и граффити очень тесно связаны, Игорь и Стас начинают свое сотрудничество. В день они могли записывать по 10 треков на всю ту же палочку Genius. На тот момент их псевдонимы были Lowrider и Sleep and Spy. Они писали обычный пацанский рэп, которого в то время было в избытке, и пробиться на вершину славы было практически нереально. Ты не вывозишь, брачо, я харкую куплеты с кровью, бетонной кашей. Ты не бог, ты тут не почитаем, давай-ка посчитаем, нет, лучше почитаем. И тут ребята придумали, что можно создать такой проект, который будет противопоставлять себя всему русскому рэпу, стебный и смешной, и его сможет понять любой. Стоит сказать, что в дуэте именно Стас является рэпером, и большинство текстов большого русского босса было написано при участии Стаса, так как у Игоря не получается скреативить в одиночку. Для своего хобби они создали группу, где выкладывали свои творения, чтобы не спамить всем личные сообщения. Псевдонимы Босс и Пимп были выбраны абсолютно спонтанно, по принципу самые тупые и необычные. О ребятах все больше узнают, их приглашают на шоу Самараград. И тут они поняли, что нужно креативить, чтобы оставить о себе яркое впечатление. Большому боссу придумали бороду и очки, а Янг Пимпу бандану и тоже очки. В дальнейшем Пимп обзавелся маской и бронежилетом. Маску изначально хотели заказывать у Винни Чейза, но потом сделали сами, а бронежилет предложил менеджер, и Стасу понравилась эта идея. На интервью Большому Хип-Хопу они устроили настоящее шоу, а их высказывания можно разбирать на цитаты. Моя мама, чтобы прокормить семью, торговала крэком на одной из авеню моего города. Читаю рэп с 11 лет. Пим, бич! Посчитай, сколько, сука. Паблик процветал, о работах понемногу узнавали. И Игорь скидывает Чейзу ссылку на себя. И внезапно Чейз в твиттере начинает цитировать строки босса из Пениса Доминатора. И тут понеслась. Сначала они были в недоумении, ведь они делали только для своих, а их уже знают такие массы. Но потом они подумали и решили, распрет, надо хайпить. И через некоторое время выложили микстейп BDSM. Но рэпру его не постили, и босс написал в твиттер: где мой микстейп, суки? И уже через 10 минут его выложили. После этого о дуэте узнали огромные массы. Начались концерты, интервью, и Пимп стал по-настоящему известен. А теперь интересные факты из жизни Пимпа. Стас имеет высшее образование и звание лейтенанта. Из этого делаем вывод: либо Стас закончил вуз по военной специальности, либо вуз, имеющий военную кафедру. Sleep and Spy — это Стас такой, какой он есть. Проект нужен для того, чтобы выговориться о тех проблемах, которые лежат на душе, без всяких масок, кокаина и прочего. Изначально был Sleep, а приставка не спи добавилась после того, как Стас записывал трек и был очень сонным. Друг начал его будить: не спи, не спи, и Стас добавил его. Стас занимается написанием битов под псевдонимом не спи. Биты довольно-таки неплохие, рекомендую всем оценить.
гений, повторяй за мной, я гений. Идея шоу «Большого русского босса» у них была уже около 3 лет. Планировалось, что это будет адаптация шоу Snoop Dogg'а «GG News», но все никак не получалось из-за разных причин. И наконец-то прошлым летом все карты сошлись. Я гений, повторяй за мной, я гений. Из зарубежных MC его любимые Pusha T, Travis Scott, Young Thug, Dipset, ACH. Guess what? I ain't need the day or pay my rent today. I didn't around and lost my mind doing what the teacher said. А теперь очень важная информация, просто невероятно важная. Под каждым моим видео есть комментарии насчет того, что это канал Пимпа, это голос Пимпа и прочее. Я понимаю, что это юмор и стёб, и нормально к этому отношусь, правда. Но есть те, кто реально думает, что я это Пимп. Они пишут мне в личку с вопросами, почему я молчу в шоу. Роспись на стене. Когда концерт в том или ином городе, предлагают деньги за фиты и за густрайтинг. И делают это абсолютно серьезно, и поэтому... Блин, как его поставить-то, а? Ну вот так. Всем привет, меня зовут Артём, и я являюсь автором этого канала. И как вы видите, я не Young Pimp. Возможно, наши голоса имеют какую-то схожесть, но не более. Надеюсь, с этим поняли. Спасибо за внимание. Вот и подошло к концу данное видео. Надеюсь, вам было интересно. Вступайте в мой паблик Тёма Флекс, территория рэпа. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и любите рэп.